Выходя из дома, я первым делом вспоминаю наших народных депутатов, город Мукачево, улица Менделеева. Посмотрели налево, посмотрели направо. Дочку собрал в школу. И как добраться до дому, когда у нас только когда выборы лампочки закручивают? Вот скажите мне, пожалуйста, мне что, дочке лыжи одевать? Или на лодке, чтобы она в школу добиралась? А в школе у них порядок. Когда происходят выборы, у нас лампочки меняют. А вот улицей щебенку найти очень сложно. Я понимаю, что щебенка дороже, чем дрова. Но скажите мне, пожалуйста, как дальше с этим бороться? Кто несет ответственность за эти дела? Еще раз говорю. Западная Украина, город Мукачево, улица Менделеева, проулок, боковое ответвление. Будет дополнительная ссылка геолокация. Я надеюсь, что те люди, которые это смотрят, не только оценят, а и вышестоящее руководство примет соответствующие меры. Сейчас вот телефон упадет в эту лужу, и не смогу вести дальше вот этот веселый репортаж. Кстати, в прошлый раз тут рыбу ловил, ничего не поймал. Но обувь постоянно мокнет. Итак, каждый год